Это составная часть комплексной профилактической операции «Курорт-2016». Основные темы бесед с детьми – детский закон Краснодарского края, безопасность жизни, здоровья и имущества. Особое внимание уделили безопасному поведению на улице, а также при посещении пляжей и мест массового пребывания. Потом каждый ребенок получил памятку «7 правил безопасного отдыха», специально разработанную краевой полицией для юных жителей и гостей края.